Все, ходишь, ходишь, переводишь, переводишь. Хоть бы здрасте сказал. Кто у тебя там в интернете-то? Дети. Да ведь разворуют все. Спасти меня, это ж эксклюзив. Ручная работа, вы не навернуться бы. Слышь, будь другом, а в штанах достань, открой машину. А? О, так. А это куда? Да, там, вот здесь, теперь живет. Все, спасибо. Да, Елькин. Все, выезжаю уже. Ну, займись пока чем-нибудь, там, не знаю, салат настригайте, мусор трубу порежьте. Я сказал, все, давай, я быстрее приеду. Так, а что пришел? Счетчики все проверить? Действительно, счетчики. Леха? Седьмой интернат. Миха? Твою ж мать! Ложкин! Твою ж мать! Вот это поворот, это бомба, ты же! Ты Ложкин, да ты какая-то... Надо же отметить это дело, ты чё? А руль? Какой нахрен руль? В каком мире ты живешь? Ложкин, да как? У меня шотландский виски есть, так это вообще бомба! Слушай, ты чё кувял-то, а? Мы с тобой 15 лет не виделись, Ложкин! 16. Ну так... 16? Ну какая разница? 15-16. Это же не виски, хотя виски 16. У меня только 16-летний надо. 16-летний виски. 16 лет не виделись. Думаешь, просто так, что случайность? Хрен твою мать, это знак, блин. Так. Эх, жалко моей на даче. Юлька сейчас кипятком писала, если бы тебя увидела. Все, окей. Ты у нас закусываешь или запиваешь? А? Два. Говорю, закусываешь, запиваешь? Действительно. Угу. Ты сказал, Юля? Люди, хотя действительно, кто же виски-то запивает? У меня сыр есть. Вчера еще в Италии был, сегодня уже у меня. Прикинь, какие времена настали. Ты не ответил на вопрос. Про Юльку, что ли? Ну да, наша Юлька, которую в Америку забрали. Мы еще подрались из-за нее, помнишь? С медом без? А? Виски с медом? Сыр. С медом? Че, первый раз, что ли? Вот деревня. А как ты ее нашел? Кого, фотографию-то, что ли? Так это дядя Толя, когда в карты выиграл «Зенит», сразу нас сфоткал. А кто-то от нее кусок оторвал, да? Я про Юлю. А Юлька-то? Это не я, это она меня нашла. Люблю, говорит, скучаю. Не могу. Так не делай никогда. Но я забрал. Ну, а тебя кто забрал? Оля. Не забрали меня? Бывает, чё. Так, стаканов-то у нас нет. Катюх каждый раз убирает куда-то. Кто? Ищи. Домработница, Катя. А я ищу. Так она здесь, может, у нее спросить? Я на выходные отпускаю каждый раз. Они там. Как узнал, что они здесь-то? Я следил за тобой.
газу, говоришь, работаешь? В службе газа. А-а-а, точно. Пожарный, пожарник, служба газа. Еще на работе служба газа. Ладно, не дуйся. Давай за нас, за газ, за Северный Кавказ. А ты там был? Бог миловал. Где меня, когда из детдома забрали, я думал, мне задницу под ноль вылежут. Сначала Оксфорд, потом бизнес. Девулька, дети, ну и... А я был. Молодец. Бывает. Война, брат, это тоже деньги. Видишь, у каждого свое. Каждый работает, как умеет. У тебя, видишь, сначала Кавказ, потом газ. У меня Оксфорд. Часовой завод. Сейчас часы тебе подгоню. А какая она сейчас? Кто она? Ты понял, кто? Юлька, что ли? Только давай я тебе видос покажу. Надо. Ей-ей-ей, тихо-тихо-тихо-тихо. Выдыхай, бобер, ты чего? Ты присядь. Дикий. Гля-гля, это просто телефон. Смотри. Че, баллон с газом взорвался, что ли? Я, смотри, неспокойная у тебя работка. Бывают нервные ситуации. Просто расскажи о ней. Так ты чего, все злишься, что ли, на меня? Дружбан, ну ты извиняй, что на меня-то выбрала, не тебя. И извиняй, что меня из детского дома забрали, а не тебя, а? Тебе просто, чувачок, по жизни не везло. Мы когда даже курить начали, запалили-то тебя. Я даже шмоток нормальных никогда не видел. На этот, на выпускной пришел в трениках. Кто? А? А? Ты. Ладно, было и было, хрен с ним. Забыли. А хочешь, я тебя к себе возьму? У меня начальник охраны никакой. Ты видишь, у нас какой ловкий, внимательный, блин. На Кавказе, говоришь? Чокнешься со своим другом. Видишь, судьба к тебе лицом поворачивается, не жопой. За удачу? А, нет. За удачу не пьют. Давай за дачу выпьем. Знаешь, у меня какая фазина? О, блин, 4 этажа, там баня, бильярд, там речка рядом, первая линия, все, там с друзьями собираемся. Отдыхаем раз в неделю, там, кокос, девчонки. Приезжай, all inclusive вольный. А Юля? А чё? Юля, жена, семья, очаг, дети. Ездит на дачу к подруге своей, отдыхает. У тебя у самого-то жена, дети есть? И зачем? Что, ездить зачем? Ну-ка, я не знаю.
Я не спрашиваю, не вникаю, мне, в общем-то, все равно. Главное, чтобы попариться в баньке сам, там, с друзьями, может, в покер поиграть. Твою же мать, ложка, ты меня запутал. Или дети зачем? Так это Юлька хотела. Нет, что, деньги есть, пусть бегают, что, радуются. С ней тогда зачем? Ложка, я тебе еще... Если говорил, что ты, сука, зануда, понял? А кто мне виски-то нальет в старости? Давай еще разочек. У тебя дети, жена есть? Нет никого. А у меня есть двое сорванцов. Купи, говорит, папка, вертолет. Ну, я купил, так меня неделю оторвать не могли. Реально крутая штука. Примеришь? Часы. Ничего себе, ты угадал. Часы. Примета плохая. Суеверный, что ли? Ну, так отдашь мне рубль. Упрости уж, не паток Филипп, как ты прилип. На полторы штуки евро тоже неплохо, да? М? Все в деньгах меряешь. А как по-другому? Или ты думаешь, что я как родился сразу с золотой ложкой во рту был, что ли? Так мы вообще-то с тобой вместе в детском доме из параши одной ели. И к жизни этой ванильной я тоже не привык сразу. В этой Америке, пока в люди выбился, столько дерьма хлебнул. Думаешь, для меня все это, что ли, нужно? Я тебя умоляю. Мне для счастья нужны сигареты с фильтром. И рюмка водки. Просто хочешь, чтобы у Юльки все хорошо было. Понял? Сейчас же статус важнее всего. Чтобы у нее там машины, наряды, эти салоны, в которые она каждую неделю по штуке баксов относит. Мне не жалко. Не, я все понимаю. Чтобы у детей вертолеты эти сраные, чтобы запускали хлопья молоком, как в рекламе, заливать. Они же в школе своей понтуются, там, сильнее, как у кого телефон длиннее, понял? Мне, что ли, все это надо? Не, это для них все. Ладно, Лех, извини, что ты загрустил совсем. Давай я тебе лучше... Яблочко из сада принесу. Выпьем? А? Поймал волну? Давай. Мы же с тобой оба детдомовские-то, да? Ты же помнишь, когда ты сбежать-то решил? У тебя же кровать ближе к выходу, ну, чтоб тебя не запалили, я же в нее лег. Ну, уснул. А враги сразу меня и рассекретили с утра. Я, видишь, в наказание на пищеблоке неделю жил, очистками питался. А ты даже ни разу не спросил, где я все это время-то был. Что ж ты не искал меня тогда? Привет, зайка. Привет, пап. Почему Диана опять ушла гулять без меня? Блин, вопросы. Я и не знаю. Пап, мне здесь скучно. Можно мне братика? Как я тебе телефон-то сделаю? Давай сейчас приеду и с мамой мы обсудим этот вопрос, да? Да, чуть, давай мы с папой сами разберемся. Миш, ну где ты там уже? Заждались. Вот так сейчас. Вот ты ко мне. Вертолет привези. Летит, летит вертолет твой. Тут просто
Из службы газа пришли. Счетчики проверить. Ладно. Скоро буду. Люблю вас очень. И мы тебя, пап. Сюрпризом будет, да? Слушай, а поехали со мной на дачу? Там шашлыки, банька, отдохнешь. Так а кто он друг другу-то? Друзья. Че, ты друг семьи, как ни крути тебя. Друг? Ну вот, тебя переодеть только, а то, как-то мягко говоря, отстой на нет. Ладно. Я тебя из этого дерьма вытащу. Телефончик только оставишь мне? Да нет, мне его. 21 век на дворе, у тебя телефон. Адрик, скрываешься от кого-то? Тихо-тихо. Слушай, у меня же сигары есть. А мы тут крутые сигары. Ты курил когда-нибудь? Знаешь, что самое главное не курить их в затяг. Ты когда-нибудь такие вообще курил в жизни? А? Перестань. Главное, затяг только не курить, надо правильно уметь. Да и там же хватит. Всякая гадость, эти смолы. Да хватит, все! Провожай.